Деревянная баня и два частных дома загорелись в Копейске. Страшный пожар случился минувшей ночью. По данным МЧС, сначала загорелась баня во дворе дома номер 52 по улице Добровольского. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на крышу частного дома, а позже загорелась изба соседей. Дом уже сгорел практически. У домов повреждены кровля, стены, некоторые вещи, которые находились внутри. Баня уничтожена полностью. На место ЧП прибыло 6 единиц техники. Работали 20 человек личного состава. Между постройками было небольшое расстояние. Возможно, это и стало причиной возгорания домов. А это дерево загорелось якобы от удара молнии. В Златоусте люди услышали сильный хлопок и увидели яркую вспышку. А затем пламя охватило дерево. Местные предполагают, что ветки могли загореться от электропроводов. На место приехали несколько машин МЧС и потушили пламя.